Эй, йо, всем привет, добро пожаловать на новый влог. Что это было такое? Давно уже не было влогов, я не буду вам врать. Я не очень чувствовал вот это вот влоговое вдохновение последнюю неделю. Но лучше поздно, чем никогда. Вот мы и здесь. Наслаждайтесь этим новым влогом. И смотрите, что там в нашей скучной жизни-то происходит. No, you have to get further over. Wow, that's a lot of fireworks. Okay, я на месте. Сейчас я пойду там зачекинить все такое, но это Country Club, представляете? Как вот это, да. Я готов начать свой первый урок, пожелать мне удачи. Я рад, что я решил это сделать, что я так быстро решился, разобрался, все сделал. Посмотрите, фонтан. Ну да. Мы начинаем. One hour later. Было, блин, круто. Мы работали над просто тем, как я машу этой клюшкой, да, позиции, все с ногами, с как бы телом, вот этот вот наклон. И я прям бил, попадал, я не снимал ничего, естественно, это первый урок, что я буду тратить время на там камеру и все такое, но как дальше я уже буду становиться лучше. Я буду снимать обязательно, будет очень круто. Сегодня какое-то максимально странное утро. Я себя чувствую точно так же. Хочется спать, что-то. Мне надо сейчас снять 4 лекции на новый курс. И это у меня займет, блин, весь день. Вот сколько сейчас времени? Сейчас время почти 12. Где-то в 4 я закончу, наверное, снимать. Я сейчас скоро уедет на работу, я начну снимать как раз. Я обычно не поднимаю камеру, не снимаю в такие моменты, но чтобы увидели, как все по-настоящему есть. Просто вот так вот. У меня не всегда куча энергии, не всегда хорошее настроение, но мы продолжаем. Шоу на этом не останавливается. Поэтому сегодня я не думаю, что у меня будет настроение снимать что-то позже. Но просто я хотел вам, чтобы вы знали, что не всегда есть энергия, не всегда есть настроение, как я сказал, чтобы вы не думали, что ну, это какие-то невозможные, знаете, какие-то невозможные стандарты, которые я ставлю себе в жизни, нет, это нормально. И мы с этим работаем. Мы работаем не с этим, а вокруг этого. Она тут на сезон впереди меня в My Hero Academia и показывает всякие спойлеры. No, stop! Уже более 10 тысяч ребят прошли наш популярный интенсив от Intermediate до Advanced. Но мы решили его обновить. И мы, конечно, сделали его еще круче. Теперь вы можете пройти его в качестве challenge. Мы поделим вас на команды, и у вас будет возможность выиграть несколько призов. Например, айфоны, поездка в языковую школу в другой стране. Все, что вам нужно делать, это проходить марафон, смотреть уроки, выполнять домашние задания, вовремя сдавать рейтинговые задания, получать баллы, зарабатывать опыт, ломать языковой барьер, прогрессировать и развивать свой английский. Вы пополните ваш словарный запас, вы изучите новую лексику, вы напрактикуетесь, вы поборете этот языковой барьер, перестанете топтаться на среднем уровне, преодолеете этот эффект плато. Ну и, конечно, заберете как минимум один из наших призов. А до и после курса у вас будет еще подробный тест, чтобы видеть ваш прогресс и точки роста. Старт нового потока уже очень скоро, и я крайне рекомендую вам тариф Pro. Это тариф, на котором вы сможете участвовать в челлендже. Промокод на скидку и ссылка будут в описании под этим видео. Не упустите эту крутую возможность. Настроение уже намного лучше сегодня. Новый день. Сейчас мне надо провести вебинар. Сегодня довольно-таки загруженный день. Мне надо провести вебинар, принять кое-какую посылку, которую я вам покажу, естественно. Это название видео, как ни странно. Это вот одна посылка, но вы знаете, что такое кликбейт. После этого мне надо снять одно видео, отвезти Чарли к ветеринару, там посмотреть, у него что-то вылезло на подбородке. Потом в 4 у меня зум-звонок, надо еще бы искупать пацанов, поэтому сегодня день достаточно длинный, но мой утренний ритуал, вы знаете мой утренний ритуал. Ой, здрасте! Я начинаю свой вебинар, увидимся с вами после. Доставка уже здесь, я только что пустила к домофон. И сейчас я вам расскажу историю о том, как я потратил больше $1000 на стул. Компьютерный стул.
Стул. На колесиках. Я его только что собрал, смотрите. Так, ну стул как стул. Ты за вот это заплатил больше $1000? За это? Во-первых, он как стул, он нереально удобный. Вот честно прям. Я могу регулировать угол наклона спины спокойно, и будет очень кайфово. Но... Что? Что? Это полностью массажный стул. Полностью массажное компьютерное кресло. Сейчас надо прочитать инструкцию. Все, что мне нужно сделать, это нажать одну кнопку. Он начинает калибровку позиции моих плеч. Сейчас доходит постепенно до верха. Вот это вот просто ништяк. Вау. Я вот так вот могу сидеть, монтировать, писать что-то. Могу вот так вот сидеть и сводить песню, например. Ну просто круто. Я когда зашел в магазин и увидел вот это вот все дело, я не мог пройти мимо просто. О, вот это кайф. Я забыл сказать, что у этого стула есть даже Bluetooth колонки вот здесь вот. To the hotel cafe. Yes. And then, you know, and... Right, right. When can I hear the final mix and master and everything? Okay. Yeah, I can get that to you, let me see, by tomorrow night. And, yeah. Окей, я выезжаю, едем снимать очередной клип для Яла. Это его второй клип на его вторую песню, поэтому я вам хочу сказать, что он очень старался, делал ее для вас. И я надеюсь, что вам понравится, когда вы все увидите. Все, мы на локации. Яла будет стоять вот здесь, вот так вот, и будет петь. How do you feel? Man, like $1 million, man. You know the fucking vibes, man. It's so unusual to be loved by anyone. The new Uno is trash, but my song coming out soon is fire. You crazy? Two for your mistake! What are you talking about, nigga? But shout out to Russia, you heard Moscow? Oh, wait, how is it? Yeah, no, Moscow. We play Uno, right? And Yala does not want to show his cards to And I'm gonna anyone. Speak Russian in this one. Listen, Popa. Are you allowed to not show your card? No, because it's called Uno for a reason. I bet you, if you let them go read the area, then I don't care. Напишите, пожалуйста, в комментариях внизу на английском языке, что так нельзя, чтобы он это прочитал и увидел, потому что он не верит нам. Две вещи, над которыми мне нужно работать и на которые мне нужно обратить особое внимание, это первое, на замахе. Не поднимать вот эту ногу. И второе, тоже на замахе держать эту руку всегда прямой. Это называется driving range. Сюда приходят, чтобы делать drive. В гольфе drive глагол, это значит, ну, запульнуть далеко. И для этого существуют специальные клюшки. Это вот, они называются drivers, они такие здоровые. Но мне учитель сказал практиковаться с семеркой, которая не создана для таких вот задач, но я понимаю. Руки вниз. Не поднимаем ногу, рука прямая. Говно. Окей, у меня осталось 4 мяча. Давайте посмотрим, чему я за эту сессию сам собой научился. Ну все, очень полезная сессия получилась. Я очень много понял из каких-то своих привычек, плохих привычек, что я делаю неправильно. Преподаватель может только посмотреть из внешней среды и в плане того, как это выглядит. А вот именно вот это чувство никто вам не сможет его дать, к сожалению. Поэтому я поехал отсюда. Все, сейчас у меня надо 2 урока наверстать с Чарли Путом, его курсе. Вечером TK идет тусоваться с Лией, а ко мне приходит Ян. Будем записывать музыку. Вот такой вот влог. Они давно тебя не видели, соскучились. Что ты можешь сказать им? А, я тоже соскучился, и я давно вас не видел. Более того, я вообще вас ни разу не видел. Ну подожди. Ты смотришь в линзу их души. Тогда я очень соскучился. Да. Все, приятного аппетита, братан. Спасибо большое. Записан такой трек. Мы покажем вам этот небольшой фрагмент потом. Вполне. Я за любой кипиш, кроме голодовки. Ян, передавай приветы. Здравствуйте. Я передаю вам натуральный великолепный привет. Это мой вам ответ. Скажите, Яну, выпускать этот трек или нет?
он ждет вашего мнения, да? Yes! Yes! Ого! Новый клип Яло выходит через 4 минуты. Мы сейчас в Инстаграме лайв. Все передайте привет влогу сейчас. Яло тут кушает In-N-Out Burger. What's the name of your new song? Leto. They already know. It's out already. It's out already? Well, for them. Oh. You got 4 minutes. Shit, it's tomorrow over there. Yeah. I mean, no, by the time they see this vlog, it will have been out. Two for your mission. Now put it on her. Yeah, that's the walk into for your mistake right there. Like.